челы-жи. Ну что, персик, начнем? Давай, погнали. Здорово, бандит. Я рад видеть тебя на канале This is Party. Сегодня ко мне приехала вторая посылка от Игоря Арчибальда, игрового сомелье из Санкт-Петербурга, достойнейшего представителя ретро-андеграундного сообщества. И по такому поводу я никак не мог не заснять распаковку этой посылки. Я, честно сказать, еще не отошел и не пришел в себя от прошлой его посылки. Я вообще в шоке от того, что было в прошлый раз, и понятия не имею, как я заслужил такой сочный подгон. Но Игорь мне сказал, что едет еще одна посылка. Я, конечно, мягко говоря, охерел. Вот. И вот она наконец-таки приехала. Че, рыжий, начнем распаковывать. Так, давайте как-нибудь, может, подвинешься немножко. Так, хотя ладно, тусуйся здесь. Ох, Игорь не перестает меня баловать. Я, честно говоря, не понимаю, как так вообще, это законно или нет. Но братуха, Игорь, за мной не заржавеет. Так что я скоро начну собирать тебе тоже подгон. Вот. Так что жди ответку. Так. Чё, персик, тебе тоже интересно, что же там внутри? Так, ну давай. Так, что-то здесь, это бумажка защиты. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, охренеть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой, что же здесь такое? James Bond, агент 007, Tomorrow Never Dies. Ага. Знаю, видел я этот диск в Play ODT магазине. Я его хотел заказать, но Игорь писал, что, блин, кто-то меня опередил. Вот он, кто меня опередил. Да, рыжий, с ума сойти. Сейчас, минутку, я ржавого выпущу. Он, как всегда, срывает мне, блин, все съемки постоянно. Ну ладно, главное, что он показался, отметился и пошел дальше по своим кошачьим делам. Офигеть! Я еще написал, блин, Игорь, прикинь, хотел взять этот диск, и кто-то меня опередил. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот Арчибальд. Ай-яй-яй, блин. Сумасшествие. Эх, вот это да. Вот это секс, конечно же. Тем более еще ПАЛ. ПАЛ регион. Это прям, это сильно. Он продолжает меня ознакомливать с Джеймсом Бондом. Эх, я, кстати, хотел такую пираточку потом взять, после того, как я упустил сей диск. Ну, вот, все-таки, ладно. Пираточку уже не взял, зато буду играть в лицензию. Сумасшествие какое-то. Так, далее. Ага, Mirror's Edge. Когда-то в нее на ПК играл, обратной дороги нет. Полностью на русском языке. С ума сойти. Кстати, я видел, что продавались еще не на русском. Тоже с руководством. Holy shit! Блин, вот это да, вот это, слушай, это прям сочно. Отличная игра, я про нее много читал. Давным-давно, правда, уже забыл, что я там про нее читал. Настало время в нее основательно поиграть. Игра от Electronic Arts, от DICE. Эх, вот это да. О, кстати, корешок такой крутой. Глаз ее, Mirror's Edge. Красотища просто. Одна из ранних игр. 322 номер. Вот это да. Ох, пополнение коллекции PlayStation 3. Так, Синдикат. Опа, я там дальше уже увидел, что еще здесь. Сумасшествие, сумасшествие, блин. Вот это да. Так, сейчас это все уберу. Коробка фонтка там уходит. Вот Синдикат, я давно хотел его взять. Тут неподалеку от моего района, где я живу. На Затонском чувак продавал Синдикат, и что-то я все как-то не получалось его купить.
Потом хотел заказать, думал, да потом, как-нибудь потом. Вообще отличный шутер от первого лица. Я не знаю, чего народу не зашел в свое время. Крутая музыка. Такой вполне сносный игровой процесс. Я играл в Синдикат в свое время на Сегу, Мегу. Вот даже такая картинка. Синдикат. Круто. Трек вообще здесь улетный, кстати. Там дабстепчик, когда он был модный. В 2012-м помню, когда его выложили в сеть, я долго мучил соседей этой мелодии. Эх. Но игру, к сожалению, не прошел. Играл на первом своем компьютере, который еле ее тянул. Потом уже обновился попозже. Что-то пол игры прошел и, как всегда, отвлекся на что-то другое. Вот. Поиграю на PS3. И она здесь тоже субтитры на русском языке. Охренительно. Блин, вот я ее давно хотел. Mirror's Edge тоже была в планах. Пусть я в эту игру толком не играл, но она одна из ранних игр. А это, знаешь, ну это must have вообще. И Синдикат, там доблестное пополнение коллекции игр на PS3. Эх, я уже на PS3 набрал больше 100 дисков. Думаю, как-нибудь заснять видео на эту тематику. Как бы, знаешь, соточка — это нихера себе, я скажу. Как говорил мой тренер по пауэрлифтингу, мужчина начинается со 100 килограмм. Да, в этом случае коллекционер начинается со 100 дисков. Да. Шикарно вообще. Вот Gran Turismo 3. Блин, вот как ты, откуда ты знал, что у меня нет третьего Gran Turismo? У меня есть четвертый, а вот третьего... Опа-на! Оба-на! Ты посмотри-ка, здесь еще мануалка. Матрицы, етицкая сила, блин. Блин, слушай, вообще супер. У меня, кстати, четвертый Gran Turismo тоже в плашке. Я его покупал давным-давно. Ну, а теперь у меня вот сколько Gran Turismo. Третий, четвертый, есть пятый. И вот на PS4 там Gran Turismo Sport. Вообще красотища, блин. Это must have, по-любому. Так, и вот к матрице, которую он мне подарил в прошлый раз, как раз таки вот здесь есть руководство. Еще какая-то карточка даже есть. Сумасшествие, цветное руководство. Блин, охренительно. Теперь у меня матрица, полный комплект. Вообще шикарно. Блин, это круто, конечно. Ну, Игорь, ты как всегда, шокируешь, просто шокируешь, мягко говоря. PS1, PS2, PS3, ну это, блин. Это много вас стоит. Ну, как я говорил, за мной не заржавеет. Конечно, я не думаю, что я тебя смогу переплюнуть до такого уровня, но все равно постараюсь не ударить в грязь лицом. Блин, шикарно, шикарно, вообще шикарно. Огромное тебе спасибо, братуха. Блин, я даже не знаю, за что. Что я натворил такого, что ты мне устроил такой вот очередной подгон. Блин, очень сильно рад, я как начинающий, так сказать, собиратель вот этого всего стафа, я очень рад, очень рад. Ну, начинающий, я-то начал уже осознанно собирать диски в 2019 году. Там что-то в 19-м пособирал, в 20-м вообще всего лишь один диск купил. Вот в прошлом году там немножко разгулялся. И, как видишь, продолжаю в этом году дальше разгуливаться, по возможности, конечно. Ну, must have, слушай, вообще, знаешь, все игры прям доблестные. Блин. Охренеть. Еще раз огромное спасибо. Я в шоке. Я такого здравого подгона не заслуживаю, я серьезно говорю. Но мне очень приятно, очень приятно. И это мягко сказано. Так, ну что ж, вот такая вот очередная посылка от Арчибальда. Как всегда, обескураживает, мягко говоря. Эх, ну, пойду играть. Сегодня пятница. Сейчас выпью сочного кофейку, хлопну. Включу приставки и пущусь во все тяжкие.
Вот как-то так буду проводить вечер пятницы, завтрашний выходной, а в воскресенье буду продолжать делать ремонт. Только уже вот на кухне я сделал, не знаю, в одном из видео говорю, что делал ремонт на кухне, а теперь делаю в коридоре. Кстати, в коридоре вот позавчера вот что нашел. Вот, смотри, что я там увидел под стеночкой. Вот такой вот ретро-став, блин. Вроде бы всего лишь какие-то две фишки картонные, а столько воспоминаний. Да, когда-то мы это собирали. Да, вот такие дела. Да. Да, когда-то мы это собирали. Ну что ж, что-то я уже начал отвлекаться, как всегда. Еще раз огромное спасибо тебе, Игорь. Братуха, ты, как всегда, блин, best of the best просто. Вот. Большое спасибо за внимание. Сейчас соберу силами и продолжу делать ролик для основного канала. Еще на этот канал я хочу выложить распаковку посылки с Player One 96, которую я получил еще 2 недели назад. И став этой посылки я показал на основном канале, в котором там немножко поболтал о том о сём. Вот. Как-то попытался разрядить обстановку и себя немножко занять, и, возможно, тебя отвлечь. Получилось не абы как, знаю, потому что я назвал тут выпуск «Подкаст на связи», хотя я ненавижу эти подкасты. Не то, что ненавижу, не люблю, не фанат я подкастов, и уже после того, как я его выложил на канал, я уже придумал немножко другую концепцию всего вот такого вот дела. Ну да ладно, это не буду сейчас я раскрывать все карты, вот, разглагольствовать лишнюю информацию, лишнюю воду на тебя наливать, так сказать. Вот. Мы собрались здесь ради этой посылки. Я все показал, охренел в очередной раз. И вот как-то так. Ну что ж, огромное спасибо тебе за внимание. И до скорого. Пока-пока.